Снова здорово, друзья, и это у нас, да, Call of Duty Mobile. Ты меня спросишь, а почему я в нее не играю? Да потому что на самом деле, блин, в глобальный доступ она еще не вышла, соответственно, на кой хрен она, спрашивается, нужна, правильно? Если мы не можем поиграть по-человечески, без костылей, почему? Потому что я тебе сейчас объясню. Я нахожусь в России, у меня Google Play аккаунт привязан к Канаде, а играю через VPN Австралия. То есть ты примерно, да, понимаешь, насколько это дикое блядство поиграть на данном этапе в Call of Duty Mobile. Далеко не все на эту хрень пойдут. И, кстати, канадский аккаунт для этого не нужен, просто у меня так получилось. А сегодня я захожу, и мне пишут, блин, релиз. Я такой, как так-то, релиз уже? Давай поиграем, почему бы и нет? А оказывается то, что релиз-то в Канаде. Вот такая вот херня. Но я уж не стал выходить. Мы сейчас с тобой чуть-чуть, буквально часов 5 поиграем. Так, давай сюда. Оп, хорош. Где противник? Где враг? Враг где? Стой, это же снайперская винтовка. Хорош. Ты же без прицела не должна вообще стрелять. Так, есть минус. А, блин, мне нужен автомат. С этой херней не прикольно бегать. А, так у тебя такая же дрянь. Ага. Да стрельни. Шикарно. Давай ногу ему отстрелим. Нет? Давай голову тогда. Да отстрели ему уже хоть что-нибудь. Отлично. Так, давай попробуем запустить какую-нибудь самонаводящуюся ракету. А-ля типа вот. Ой, вот это хорош. Смотри, сейчас всех положу. Есть. Трое как минимум ушли. А это обучение, скорее всего, потому что уж очень как-то легко. На самолетика. Ага, отлично. Все, Виктория. Виктория, естественно, Виктория. Ну а как без Виктории? Без Викули нам сегодня никуда. Ты что? Final Kill Cam. Слушай, а раньше не было вот этого? Ну, повтор они пытались сделать замедленное видео, а выглядит так, как будто бы у меня просто 3 FPS выдает и все. Бредятина. Ладно. Давай загружайся, мы пойдем дальше еще с тобой поиграем пару-тройку каток, пока у меня не закончился платный, кстати, на секундочку, VPN, если что. Она вообще иногда тупит, то есть она может выдавать иногда просить VPN, иногда может не просить VPN. Все мои данные слетели с прошлой игры, то есть, ну, видимо, все-таки бета, она на то и бета, тем более, что, опять же, насколько я понимаю, что это закрытая бета, что? Да, мы победили, хорошо. Хватит мне впихивать обучение, пожалуйста, перестань. Tab, profile, да, мне дали две гранаты. Отстань от меня. Ой, Season Pass ввели. Да ладно. Ну, знаешь, учитывая, что разработчики этой игры, это наши любимые создатели того же папка, допустим. Любимые создатели Rasta Mobile, то неудивительно, что здесь различные Season Pass и прочее. Оно все здесь так и будет. Что мне тут не хватает? Куда ты мне предлагаешь? Тебя взять? Давай. Ой, прицел хорош. Максимум, да. Че, апгрейджу? Ну, допустим. М-ку прокачали. Неплохо. Ага, спасибо, Райли. Так, вот еще прицел. Так, подогоди, мы только вот оптику ставили. Этого, кстати, не было в прошлый раз. В прошлый раз, по-моему, не было нифига вот этих различных Season Pass'ов и прочей херни. Так, подожди, отставить. Buy Premium? Не, спасибо. Подожди, пожалуйста. Очень долгое обучение. Прям нереально долгое обучение. Учитывая, что во всех подобных играх сейчас одно и то же, делать обучением о том, как собирать правильно плюхи, ну это бред последний. Да хорошо. Так, есть, допустим. Есть еще что-нибудь? Да ну... Перестань. Что я хотел посмотреть? Где я? Это сейшн, где... Во, вот сюда, по-моему, да? Да, давай, эмочка. Апгрейд. Во, смотри, нам здесь дали карту. Здесь дали карту. Апгрейд. Так, еще один левацкий. Погоди, глушитель.
А есть, я могу. А, рукоятка еще есть. Подожди, а где прикупить всякую хрень? Камы нет. О, атачмент, во, атачмент, смотри, рукоять есть. Глушитель есть. А, либо глушитель, а нет, вот сюда вот мы можем. Вот так, допустим. Хорош. Это я согласен, это да, это нам надо. Дальше, давай настройки, графен. Так, подожди, не беси меня. Где у меня настройки графики здесь есть? Да, very high, very high. Это мне надо, это мне надо. Я не знаю, что это надо включить вообще все. Realistic Black Ops Modern Warframe. Давай Modern Warframe. Customize. Это мне не надо. Sensitive Language. Эспаньол и English. Понятно. Тогда будем на English играть, потому что эспаньол нам вообще не заходит сегодня. Рандом, да, пойдем в рандом. В принципе, режим нам никакого. Ой, стой, стой, погоди, стой. А можно нажать и так? Crash, Crossfire, Nukedown, Kill House. Так, нет, погоди. Во. Так, Domination, Hardpoint, Search and Destroy, Gun Game, Team Deathmatch. Frontline. Ну, давай Frontline, поехали. Вообще, я рассчитывал, что все-таки здесь увижу королевскую битву. Вот, но, судя по всему, нет. Либо она будет позже, либо ее не будет вообще. Но хотя как не будет? Да будет она, конечно же. Это 100 пудов. Прематч, окей. Так, допустим. И что, где? Почему я никого не вижу? А, все, отлично. Так, побежали. 15 секунд готовность. Фух. Фух-фух-фух. Сейчас меня начекают, сейчас меня уделают. Я тебе прям 100% говорю, меня уделают. Почему? Потому что это я. А я, ты прекрасно знаешь, что для таких игр не рожден... Как это, два таймера? Как это два таймера? Я особо шибко на рожон-то лезть не буду. Я кого-то убил? Ну или помог убить? А здесь по раундам или как? Так, есть, допустим. Слушай, сенса какая-то чокнутая, по-моему, или мне кажется. Где он там? Ну давай, да ёпти, плюмс! Давай чутка поближе подойдем. Это не я его. Подожди, давай мы, знаешь, что с тобой еще попробуем сделать? Здесь есть... Настройки я могу перейти. Так, сеттинг. Basic, Simple Mode, Advanced Mode, MP. А как мне это самое, это кнопку налево мне как перекинуть? Алло. Короче, я не знаю, как кнопку стрельбы мне перекинуть на левый край. И без прицела здесь, кстати, очень бешеный разброс. Просто нереальный. Поэтому стрелять от плеча, от бедра здесь как бы не вариант. Погоди, 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 стой. Сейчас по головам буду шмалить. А ну лови самолетик. Хорош! Троих, блядь! Троих, ты видел? Вот это я красава! Вот это я... А это что такое? А, это им радар вырубает, а мы видим на радаре, где они сидят. Ладно, допустим. Давай, знаешь, мы еще с тобой что сделаем? У меня все равно патроны закончились, поэтому давай вот такую херню попробуем с тобой запустить. Еще минус трое. Красава, я просто сегодня жгу. А патронов у меня нет, поэтому пойдем рубить ножом. Ну вот. Ну вот. Зато теперь патроны хотя бы будут. Уже хорошо. Tap twice to skip. Skip. Ну вот, ребята, о чем я и говорил. Вроде мы были в игре, а меня выкинуло. Не знаю, что может быть не так. Воу. Что это, огнеметик? Короче, меня выкинуло, я расстроился. Поэтому мы сейчас с тобой пойдем еще разок сыграем. Смотри, что мы можем с тобой сделать? Апгрейдить. Апгрейдить на что? Апгрейдить мы не можем, мы просто получили уровень, да? Давай мы поставим с тобой магазин побольше. Есть контакт.
Камуфляжей у нас с тобой нету. Что у нас еще новенького? Так, здесь. Не, ну я его вижу. Зачем мне его еще раз-то напоминать? Хорошо. Огнемет. Тем временем зачем-то нам дали. Непонятно за коим хреном. По сравнению с первой версией, в которой мы с тобой играли, здесь немножко поправили убийственность, да, убойность, я бы так сказал, потому что в прошлый раз меня валили просто, ну формально раз-два выстрела и все. Либо, может быть, подправили баланс, потому что оружие здесь очень сильно влияет. Соответственно, если у тебя высокий уровень и бешено прокачанное оружие, то тебя должны кидать хотя бы к таким же пацикам, тебя не должны кидать к бомжам, типа меня. Наверное, может быть, баланс поправили, я не знаю. Все-таки чем-то же они занимаются у себя там, в студии, в разработке, в Китае, в Tencent, или где они там сидят. Здорово, пацаны. Че, как? Нормально? Хорошо, пойдем. Пойдем, всех убьем сегодня мы с тобой. Отпускай меня на волю. Gorilla Squad. Окей, хорошо. Инвизибли. Я еще буду чуть-чуть. Все, теперь я не инвизибли, теперь меня вибли. А, я помню эту катку. Сейчас они отсюда будут вылазить. Мы с тобой сидели в прошлый раз на втором этаже и пытались выжить. Хорош. Так, я помню, что надо всегда находиться в движении. То есть, тупо стоять на месте. Это смерти подобно. Ой, отлично. Я одного даже убить умудрился. Где еще? Ага, вот ребятки стоят, смотри. Ага, есть. Автоматическая стрельба здесь, кстати, подтормаживает, если что. Я играю с автоматической стрельбой. Да, это неправильно. Да, это не скиллово. Да, это не по-пацански. Ну, блядь. Вот так вот я привык. Вот так мне нравится. Отлично. Убили. Мы с тобой немножко накопили на... глушилку для вражеского радара, но я думаю, что эта вещь, в принципе, не особо-то полезна. По крайней мере, пока играем не в команде, без голосового чата. С голосовым чатом-то да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо, пацанчик, ты чего? Да ты как-то? Ну ладно. Уговорил. Лучше докопить еще немножечко и купить, собственно говоря, самолетик вот этот самонаведением. Либо воздушную поддержку. Как-то я не понимаю, то ли мои патроны насквозь его пролетают, то ли чё. Спокойно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да иди ты нахрен, я в голову стрелял! А, так я его убил! Ну это бред немножко. Опа, есть пацан. И нет пацана. В окно вылезешь, да? Давай я тоже попробую с этой фигней. Так стреляй, алло! Огнемет-то без... Короче, тема какая. Твое основное оружие, оно стреляет автоматически, да, при наведении на врага. Но огнемет, допустим, автоматически не стреляет. Тебе его надо вручную с кнопочки заводить. Да как бы предупредили, что ли? Это немножко, опять же, бред. Недоделка, недопилка. Что это за хуилка? Нормал килл. Да это охуенный килл. Да хорош там сидеть. Выходи, падла. Скотина, свалил их. Ой, да ладно. Ты чего, братюнь? Че такое? Патроны закончились? Да нормально все. Блин, мне осталось совсем чуть-чуть на самолет. Ой, граната. Куда ты побежал? Вернись, падла. Ой. Да, не вышло. Не вышло. 16-21, мы тем временем проигрываем чутка. Где тут на второй этаж мне подниматься? Да спокойно, пацаны, вон там шухерим. Там сверху гад сидит. Ага, я же говорю. И он там где-то еще был у дристочек. Нет, ушел оттуда. Давай сюда. Ага. Налови. Хорош. Это ты меня каверми, а я тут пока пошухерю.
Так, аккуратно, где у них подъем? Спорим, они не ожидают? Опа, лестница. Не, ну это уже в тылу врага. Есть. Сейчас я пацанов повысаживаю. Смотри, вот так только чпоньк. Лети, птичка. На нахуй. Вот это я красава. Вот это я даю жару. Ха! Через стенку захерачил, прикинь. А ну давай вот так. Компьютер. Во-в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 о, давай-давай-давай! Есть, минус 3. Как, блядь, нет? Ты чё, алё? Ты дурак? Минус 3 должно было быть сразу же. Это их типа стена так защитила или где? Я считаю, что это вообще ни разу не честно. То есть автоматом я его через стенку прострелил, а самолет, поддержка с воздуха не могла его взрывом замочить. Ну это бред, бред. Так, сейчас я еще раз глушилку включу, чтобы они не поняли на карте, где я у них стою. Так, у меня патроны, кстати, заканчиваются. Все, патронов нет. Птичку бери, птичку, блядь! На, придурок! А, понял? Кусок говна. Ну все, пошли жарить. Пошли жарить врагов. У них, я думаю, жопы достаточно подгорели. 35-38, мы уже всего на 3 очка проебываем. Так, а где сволочи-то? Ой, далеко, ой, далеко, против огнемета это хреново. Мне надо что поближе. Есть. Все, и огнемет закончился. Ты уже? Кто, где? Тихо. Ой, отлично. Давай. Вот сюда, там их двое. Это я в дом попал. Это я попал в дом, это я уже заметил. Все понял. Как это? Скотина, меня же этим же. Я понял. Ладно, ну, ладно, ладно, я тебе припу... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Ты чего тут делаешь? Я нифига отбивал-то пацанов, чтобы вы на нашей базе тусовали, что ли? Вы что, черти? Вы что, пацаны, почему я должен тащить всю команду? Кого? Это ж не про меня. Вы что, забыли, с кем вы в команде? Это вы должны меня тащить, а не я вас. Где? Где эти оленеводы? Спокойно. 49-46. Еще одного убить надо. А куда птичка? А, мы победили. Я уж птичку достал. Фу. А это я тащер. Мне сейчас по-любому МВП должны дать. Что это такое? Final Kim? Kill Cam? А, это не я убил. Это кто-то другой убил. Ладно. Да, над повторами им надо поработать. Повторы здесь такое себе, конечно, дрянь. Если уж честно говорить. Так, дадут мне этого самого чемпиона? Я заслужил. Ну ты же видел, я раскладывал, просто будь здоров. Да, чемпиона, пожалуйста. Ну естественно, 3430 очей. Ты посмотри, а какие мы с тобой красавцы, просто, блядь, божественные. Ага, я тебя понял. Так, хорошо. Левел ап. Ой, слушай, у нас открылся, по-моему, приклад и лазерный прицел. А ну давай попробуем поставить. Так, хорош. Переходи. Немножко заторможено, может это из-за VPN-ки на самом-то деле. Так, а вот такой вот у нас прицел есть, да. Глушитель оставим. Это нам что дает? Аккуратность. Это нам что дает?
А. Подожди, вот сейчас не понял. А что у нас еще открылось? Во. Так, а если вместо этого поставлю вот... А, 70 тогда, да? Ну это типа магазин расширенный, наверное. Но я не вижу толку от этого магазина расширенного на самом деле. Короче, понял. Вот так пока оставим. Хорошо, что у нас еще нового? Перки. Fast Recover. Восстановление ХП на 35% быстрее. Отличная перка. Мне прям нравится. Перка отличнейшая. Дальше у нас что? Airdrop? Да? Тогда давай вместо вот этого радара. Ты же у нас радар. Мы возьмем Airdrop. Он вместо тебя будет. Да, то есть дрон, который убивает. Airdropчик. Так, смотри, это у нас клан. Клан нам пока не нужен. Сейс Сандпас. Он же пропуск. Что мы тут можем получить? Так, допустим. Ага, спасибо. Не интересно пока. Но это тоже неинтересно. Я собираю здесь плюхи только для того, чтобы понять, что я вообще могу здесь получить. Может, что-нибудь интересное. 40 врагов, слушай, я уже за сегодня с тобой наклепал. Да, спасибо, спасибо. Что это было? Аватарка, наклейка, что это было? Ты понял? Я нет. Благодарю. Так, а что это все-таки было-то? Аватар фрейм. Короче, не знаю, мне что... А, во, погоди, стой! Назад! Где? Вернись, пожалуйста. Во! Граффити, точно, ёб твой, как же я без граффити-то жил? Без граффити просто жить невозможно. Сраться и не жить. Ладно, все, стартуем. Стартуем еще одну катку, мы с тобой сейчас пойдем, затащим по-бырому, да? Старт, я сказал. Все, отлично. Я не знаю, насколько здесь много ботов. Че? А почему? Верните меня в игру, пожалуйста. Не надо так со мной. В игру хочу я. Так. Да не, вроде как все нормальные люди, живые. Лазерный прицел. Я не знаю, даст нам этот лазерный прицел что-то или нет. Ты заметил, меня выкинули, ты прикинь? Еще борзели, так нельзя делать, так некрасиво, это неуважительно по отношению ко мне, к тебе. Ты меня смотришь, а нас выкидывают. Стыд, позор, ебать. Пойдем, куда пойдем? А, пойдем, не знаю, пойдем через дом. А, хуй там. Катка пока мне пока еще неизвестная. О, война! Ага, хорош. Это у меня привычка, кстати, постоянно перезаряжаться. Я не знаю, откуда она взялась, еще, по-моему, со времен Counter-Strike 1.6. Да где? Смотри, хитер. Подлюка взял, обошел. Я разрешал, нет? Единственный, кто здесь должен раскладывать, это я. Я сегодня тащер, я сегодня тащер. Есть. Ой, меня сейчас убьют. Так ты стреляй, ты хули на него смотришь, блядь? Грёбаная автострельба, ты чё меня тупишь? Кстати, вопрос. Что дает нам аирдроп? То есть мы в скором времени накопим на аирдропчик, и мне интересно, а что там будет? Нам дадут какой-то суперавтомат или где? Спокойно. Так, погоди. Где вражины? Ой, я увидел его. Вон падла, видишь?
Есть, хорош. Как-то он умер с задержкой. Ну, наверное, это все-таки VPN-ка сказывается. Cover me. Не буду я тебя коверкать. Сам себя коверкай. Где? Блин, я отсюда его не увижу. Мне кажется, у нас лазерный прицел, кстати, кривой. Ой, там всех наших положили. Где еще? А где пацаны-то бегают? Кстати, А, нет, все, вижу. Это я красавчик. Воу-воу-воу-воу-воу. Аккуратно, с лазерным прицелом. Давай-давай-давай. Кстати, давай вот так сделаем. А, вот сюда. Да ты кинь, ёб твою. А, во, вот так нормально. Так, дым пошел. И где? А, во, я уж думал, меня кинули. Так, опен. А, опа, хорош. На. По красоте. Вот тебе еще разок. Вырубил им радары. Вот это я молодец. Вот это я хорош. Вот это я жгу. Так, а мы тащим. Притом тащим нехуево. 23-11, если что. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо! Ты прикинь, убить меня хотел. Он меня убить. Не, ну у него бы так-то получилось. Ну и как это называется? А здесь есть кто? Пошли в атаку. Опа, па 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 па. Хедшот, да. Ебать, 9 патронов и все, кобздец. Где еще? Пацаны, здоров. Ага. Выкуси. Бля, так он вот как... Ой, стой, 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 погоди. Стой, говорю. Во, хорош, давай мне М-ку. М-ку возьми. Да бери М-ку, ёб твою. На, я пока прячусь. БМ-ку бери. М, блядь, сука, не берет, слышь. Давай гаси двоих. Есть, один мимо... Ой, один точно ушел. Так, а что у меня еще есть? Откуда? На, еще одного. Отлично. Так, поддержка с воздуха. Сюда. Так, а что я должен сделать? У меня ничего нет. У меня патронов вообще ноль. Просто ноль, на. Полетел, иди ищи кого-нибудь. Сука, меня нашли перед... Моя поддержка с воздуха! Не трогайте мой аирдроп. Пацаны, аирдроп! Там авиаудар лежит, просто никому не нужный. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Так, какая... Да ты куда, сука, тварь? Ты прикинь, аирдроп спер. Ты прикинь? Ой-ё, за аирдроп и двор я, блядь, сейчас тебя нахуй похуй. Иди сюда подошел. Кто спер? Ты спер? На, голова. На, голова. Не уверен, что голова, но похер. Что? Что? Что ты мне хочешь сказать? Иди сюда. Иди сюда. Все, ушел, на. Лови, забирай. Не жалко, ёпти. Совсем охуели мой аирдроп пиздить. Не, ну ты видел такую наглость, а? И не важно, что я сдох. Не важно, что вы меня убили. Аирдроп мой, блядь. А, спалил меня, крысёныш. Да вам все равно пизда, ребят. Смотри, я умею делать, например, вот так вот. Смотри, сейчас двоих только. Хоп. И минус. Смотри, я сейчас еще один аирдроп только вот сюда. Хоп.
Смотри, сейчас мне скинут еще одну ракеточку, и вам опять придет мапупа. Давай прилетай быстрей. Бля, сейчас оттуда пойдут. Ага, не ожидал? Вот так-то. Будешь знать, сволочь. Так, сгаси... Ой, а это что? Ладно, неважно. Пойдем, Гасанё, там всего-то двоих осталось убить. Один. И давай еще одну. Вот он стоит. Есть. Да все, победа наша. Фух. Вот это я жгу сегодня. Вот это я просто в ударе. Ой, смотри, мой повтор. Смотри, ой, смотри, сейчас. Ой, смотри, красиво. Ой, тиш. Все мимо. Ну вот лучше бы они убрали эти повторы. Вот я тебе отвечаю, лучше бы они эти повторы убрали. Потому что такой стыд, позор, нельзя еще показывать, повторять. Ну это не... Это не его нахуй сразу надо. Давай, что ты нам дашь новый уровень? Какую-нибудь примочку еще на автомат новую. Ну, конечно, я красавчик. Да-да-да. Танцуйте. Танцуйте в честь меня. А смотри, парашют дают. Я тебе отвечаю, раз дали парашют, значит, здесь будет королевская битва. Либо она уже есть, но может, у меня уровень просто низкий. Так, давай смотреть. Так, лотаун. Чего ты хочешь? А, где парашют? Есть. Может, это парашют для аирдропа? Да он вроде не дропался с парашютом-то. Апгрейд. А что здесь нам открылось нового? Какой коннектингтон сервер? Не надо меня сейчас выкидывать. Оставь меня в покое. Че, все выкинуло? Да, опять меня выкинуло. Ладно, ребятки, на сим мы порешаем. Если интересно, обязательно подписывайся. Жду твоего мнения в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман и канал Freesen Games.